Практическая психология. Здравствуйте. В эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий психолог Надежда Бушмелева. Сегодня говорим о нейропсихологии. Что это за наука такая и как она помогает справиться с трудностями в поведении и в учебе детей. Я пригласила в студию нейропсихолога Ольгу Скрябину. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, школьный год начался да, не за горами уже первородительские родительские собрания, когда будут педагоги жаловаться, там, например, на поведение детей, там, на какие-то не очень хорошие результаты уже в учебе, да, и родители, конечно же, будут задавать вопросы себе, опять-таки педагогу, но и мы часто слышим там от педагогов, что сводите-ка к психологу вашего ребенка и вот они привели такого ребенка, у которого там какие-то поведенческие моменты, там школьная неуспеваемость. Ну, психолог просто посмотрел на них да и сказал, ну да, было бы неплохо режим дня, там еще что-то, еще что-то, но и надо было вовремя воспитывать там, к примеру, да. И часто звучит такое, что вообще с этими проблемами лучше обратиться к нейропсихологу. Да, чем отличаетесь вы просто от психолога? Ну, конечно же, наши школьные психологи, они большие молодцы и умнички, они вовремя видят а, какие-то недостатки развития у детей и вовремя отправляются к специалистам. Другое дело, ведут ли родители к специалистам своих детей. Психология и нейропсихология ⁇ это смежные науки, которые, в принципе... А... <связываются> Очень похожи, но есть, есть особенность, да? Есть, да, mm -hmm. они очень похожи, но есть некие, некие особенности. Конечно же, когда мы видим ученика, который вроде бы как готов к школьному обучению, у него очень хорошо сформировано внимание, у него очень хорошо сформирована память, мышление, мы это можем увидеть на, на консультации, мы вернее можем, mm -hmm. мы можем это наблюдать во время консультации, во время диагностики такого ребенка и во время консультации с родителями, то есть родители говорят, у нас в детском садике проблем не было, uh -huh. то есть он занимал э, первые места в каких-то олимпиадах, но придя в школу, у нас появилась какая-то неуспешность. Учитель жалуется на то, что он очень быстро отвлекается, он становится невнимателен, невнимателен, память у него э, ухудшилась, стихи uh -huh. запоминаем с трудом. Ну и вот э, что же нам делать, что чем же нам можно помочь. Конечно же, психологи, исследуя память, внимание, мышление, в отличие от нейропсихологии, не могут выяснить, не могут установить конкретно первопричину этого нарушения. Угу. Как раз вот большое отличие от психологии, от психологии заключается в том, что нейропсихолог находит с помощью диагностического инструментария первую причину нарушения. Mm -hmm. То есть что является причиной того, что ребенок вроде бы да, психически успешный. и физически сформированный, да, тем не менее перестает э, выдавать тот результат, который требует от него система, например, да? Конечно, школьная. конечно, mm -hmm. да, совершенно верно. Вот и поэтому нейропсихология помогает таким родителям найти эту первопричину и, конечно же, скорректировать курс занятий, mm -hmm. с помощью которого происходит может, развитие развитии да, да тех процессов которые по этой причине были не сформированы то есть в принципе значит нейропсихолог он очень хорошо знает строение головного мозга да он понимает четко в какой области у нас ну если например он видит что у ребенка там например плохое как это правильно? сказать? Почерк. Да, плохой почерк, да. Или неправильно держит ручку. чего Да, от чего? Да. Почему да, это происходит? Конечно, да? конечно. Или почему он стал вдруг невнимателен, хотя был очень внимателен, угу. почему он вдруг стал невнимателен. И, конечно, на эти вопросы все отвечает такая наука, как нейропсихология. Она угу. достаточно молодая, и основоположником ее является Александр Иванович Лурия. Вот. И она говорит о том, что мозг ребенка не всегда развивается в нужном. В... в темпе развивается. Так, нет, неправильно сказала. Нейропсихология говорит о том, что есть некие отделы в головном мозге, которые формируются по... гетерохронно. Uh -huh, То есть uh -huh. они развиваются неравномерно. И на каком-то этапе именно вот необходимый нам процесс или отдел головного мозга недосформирован угу. и поэтому мы видим уже симптоматику нарушений, например, такой как невнимательность или плохой почерк или отвлекаемость или а, неумение переключиться с одного вида деятельности на другой вид деятельности. Да, нейропсихология очень много, а, очень хорошо в этом плане помогает. Ну, недаром же говорят, если можно тренировать руки и ноги, то значит можно тренировать мозг, да? Да, конечно. Специальный комплекс упражнений, которые формируют те базовые процессы в головном мозге, которые по каким-то причинам был не сформирован, У -у -у. конечно, это только нейрокоррекция. У -у -у. Хорошо, то есть все равно, если вот мы видим ребенка, у него есть какие-то такие моменты, над которыми, ну, как говорят педагоги, надо было бы поработать, да, и родители понимают, что действительно мы можем помочь сейчас этому ребенку, и они доходят до специалиста, который умеет. Представление, что такое нейропсихология, знает, что такое, да, нейрокоррекция, да, то тогда что сначала первая ступенька, которую мы делаем? Сначала диагностика. Про первое, да? на первое, конечно же, родителям нужно действительно осознать, что ребенку uh -huh. необходима помощь. Ребенку тяжелее, тяжелее в 10 раз, uh -huh. нежели э, родителям или педагогам. Потому что часто же бывает так, на консультацию приведут ребенка и говорят, ну как будто он злит, как будто бы он специально это делает. Понимаете? Сделайте что-нибудь. Да, да, а, да, а и тут наша с вами задача, когда, как э, специалистов да. развернуть наоборот в сторону родителей, в сторону ребенка, что он и сам-то от этого страдает. Да, ребенок очень страдает, потому что даже если возьмем психологический фактор, то ни одного ребенка я такого не знаю за всю свою историю практики, который не хотел бы обрадовать родителей угу. от Хорошими того, что... оценками, хорошим Конечно, поведением, чтобы учителя на него не жаловались, а наоборот говорили, что он умничка и молодец. Угу. Это первый фактор, который может повлиять как раз на внимание, на усидчивость на отвлекаемость. Да. И, конечно же, если родители осознают, что у их ребенок действительно может учиться, но что-то его отвлекает, тогда, конечно, нужно более детально проводить диагностику, которую как раз проводят нейро... Психологи. нейропсихологи. Хорошо. Да. Итак, диагностика это не какой-то там набор страшных инструментов, это определенные тесты, которые вместе со специалистом ребенок выполняет, да, под, да, под это... наблюдением. Да, это не инструментальный метод исследование uh -huh. Uh -huh. это диагностический метод да действительно может быть он продолжительный но дети обычно не устают от uh -huh. него никакой опасности или вмешательства извне мы не, не uh -huh. проводим после этой диагностики да, специалист уже говорит так я думаю что э, вот этот э, там, эту задачу мы можем решить вот с помощью того-то того-то того, -то, того, -то, да, того -то, да конечно То есть появляется какой-то план действия да, появляется план действий. Ну, конечно же, про диагностику так просто не скажешь, угу. потому что нейропсихологическая диагностика она выявляет первичные, вторичные, третичные симптомокомплексы. комплексы угу. И, конечно же, дойти до первичных нарушений бывает достаточно сложно. Но если грамотный нейропсихолог находит первопричину, тогда эта причина решается действительно, как вы и говорите, с помощью определ определенного плана действий очень быстро и легко. Но опять не, не же, надо, да, торопиться. нет, но, но опять же, да, один есть момент. Один в поле не воин, то угу. есть один нейропсихолог, один психолог, один врач, один педагог, он, конечно же, с этой причиной не справится. Угу. Должно быть комплексное сотрудничество. То есть понимание того, что ребенку нужна помощь и нейропсихолога, и педагога, и родителей, да, потому что вот эта поддержка Которую могут оказывать родители, да, она очень тоже важна для ребенка вообще любого возраста. Мне конечно, кажется. конечно, очень важна. Итак, диагностику прошли, есть план действий. И дальше какие принципы мы должны соблюдать, чтобы действительно был результат? Ну, прежде всего мы должны понимать, что э, нейропсихологическая коррекция это не обучение, а это формирование, это формирование и развитие тех отделов головного мозга, которые э, не сформировались по, как я уже говорила, по некоторым причинам. Вот, поэтому мы это должны очень, очень усвоить себе, что мы не строим дом, мы заливаем фундамент, mm -hmm. чтобы этот дом очень крепко стоял. То есть, чтобы было внимание, нам необходимо прежде всего сделать так, чтобы сил на внимание, сил мозга, скажем так, энергии мозга хватило на то, чтобы ребенок был в течение определенного времени произвольно внимателен. То есть, для этого мы не будем делать упражнения на внимание. Ни да? в коем мы разе. Мы будем ни делать наоборот. Потому Это что... большая ошибка. Угу. Это очень большая ошибка. Если мы будем делать упражнения на внимание, мы загоним ребенка еще неизвестно куда, угу. и получим еще более худший вариант, да, чем был. Следовательно, на что же нейропсихология будет опираться? Значит, мы опираемся на ну, во-первых, на развитие и на формирование. Угу. Мы опираемся на индивидуальное развитие головного мозга, да, то есть мы обязательно смотрим, как, с чего необходимо начать, чтобы в дальнейшем нарастить, ну, будем так скажем, угу. те... Отделы. Не отделы даже, да, а те проводящие связи, uh -huh. проводящие связи которые дадут возможность сформироваться тем отделом головного мозга, который необходим. Или нейропсихология с помощью коррекции нейропсихологической можно найти компенсирующие моменты, то есть, какой участок головного мозга может ли взять на себя поврежденный отдел головного мозга. То есть мы, получается, нагружаем не слабое звено, да, а смотрим, что у нас сохранно, что лучше. Всего работает, и благодаря этому э, усиливаем э, то слабое звено, которое было. Конечно, со слабым звеном работать нельзя. Мы uh -huh. начинаем с сильных слабым, опираясь на э, сильных звеньев, опираясь на слабые звенья. Uh -huh. И тогда, конечно же, у ребенка идет результат. Кроме того, нейропсихологическая коррекция в принципе не подразумевает э, работать в рабочих тетрадках. Все uh -huh. идет с помощью игровых методик. Дыхательных упражнений. Об этом мы все поговорим обязательно, да. Но первое, что мне бы хотелось сказать. Очень часто говорят, когда видят, например, да, вот все эти упражнения, которые делает нейропсихолог, говорят, ой, ну да это же ОФП, там, да, да это же э, дыхательные гимнастики, да это же все игры, разве это может быть серьезно? Вы же назвались нейропсихологией, да? Почему-то понимание, что надо обязательно усадить ребенка, чтобы он обязательно должен вот быть приближен к тем учебным условиям, в которых он и так-то не успешен. Но дело в том, что головной мозг у нас, в принципе, по законам головного мозга, по, по законам развития головного mm -hmm. мозга, он развивается с помощью двигательной коррекции, mm -hmm. и это метод, который используют нейропсихологи, называется методом замещающего антогенеза. то есть тот период, когда ребенок только рождается период новорожденности, период грудного возраста и так далее. Вот в эти моменты иногда бывает, что мозг пропускает какую-то фазу развития. Угу. Далеко немножко отхожу, конечно. Ничего нет. страшного. Вот. Кроме того. Очень часто родители говорят, что у ребенок мой ребенок гениален в том плане, что он сразу он не ползал даже на коленках, он сразу побежал, он не гулил ни с колечкой, никак по слогам не говорил, а сразу же заговорил предложениями. Вот, ну и много еще чего, у -у -у -у. когда родители нахваливают своих детей. Не понимая, не понимая что... что пропускают, что их дети, наоборот, очень нуждаются в том, чтобы их вернули в тот момент развития, когда необходимо было ползать, когда необходимо было гулить, когда необходимо было говорить по, слог, по слогам. Вот, потому что если ребенок какую-то фазу в антогенезе на первом году жизни не прошел, остается, ну, будем так говорить, некий пунктик. Который не даст дальнейшего развития вышележащим отделом головного мозга. Если на примере, то, например, то а, некоторое время назад, примерно лет 15 назад, пошли а, очень большой бум а, откры, был а, по поводу открытия школ развития, угу, угу. где детей с трех, с двух лет начинали учить информатике, английскому языку, буквам, считать. Некоторых а, уже пяти. 6 лет начинали саживать за столы, чтобы они там 30 40 минут. Это же так здорово, когда ребенок в 5 лет знает, как по-английски будет кошечка, как по-английски будет собачка, и что же мы получаем в итоге? В итоге мы получаем детей, которые неуспешны в дальнейшем в обучении. Почему? Потому что те отделы, которые должны развиваться в этот момент, например, воображение, например, Общение и рассказы о чем-либо об окружающем мире, да, который накапливает богатый опыт жизненный опыт дети, они упускают этот момент и потом появляются нарушения, связанные с выражением своих мыслей, неумение сопоставлять логические задачки, ну и в общении у таких детей тоже бывают большие проблемы. То есть всему свое время, и если вдруг выпадает такое звено, то этого пугаться не надо, мы наоборот говорим, что все в силах изменить, да? Да, чтобы вернуться, вот <говорит> что же угу. такое нейропсихологическая <говорит> коррекция да, почему так далеко сделала отступление? Конечно же, вот мы, когда занимаемся методом замещающего антогенеза, искусственно выполняем все те упражнения, которые ребенок выполнял, угу. выполняем все те упражнения, которые необходимо было выполнить ребенку на первом году жизни. Если он не пропал, не ползал, значит мы будем ползать, чтобы восстановить тот участок головного мозга или скомпенсировать этот участок головного мозга, чтобы дальнейшие связи дали возможность получить получить результат, получить прежде всего результат для своего ребенка, ребенку. Вот. Когда мой сын младший пошел на занятия по нейропсихологии, я его спрашивала: "Ну как, Матвей? Тебе было сложно?" Он такой: "Нет, мама, мне так понравилось, потому что вот это все ползать, играть, дышать, да. Мы в принципе не так часто с детьми этим занимаемся." Я наблюдаю за тем, что это очень похоже еще и на упражнение по кинезиологии, да? Да, конечно. То есть, похоже, вот, вообще нейропсихология взяла в себя все самое лучшее mm. от восточных mm. каких-то практик, да, практик да. Да, например, дыхательная гимнастика. Для чего э, нужна дыхательная гимнастика в нейропсихологии? Ну, чтобы рассказать э, более понятно и доступно, для чего же нужны вот эти все упражнения? Да, мы должны немножко коснуться, э, наверное, головного мозга. Mm -hmm. Александр Романович Лурия условно разделил мозг на три блока: первый, второй, третий. Первый блок у нас энергетический. Угу. Он самый глубинный у нас. Это тот отдел головного мозга, который дает возможность работать и второму, и третьему блоку мозга. То есть это такая своего рода нейродинамика, нейродинамика, да? Да, угу. это работоспособность, угу. да, нейродинамический синдром, симптом, который дает возможность накоплению большого количества информации в свой... Большое количество информации. В свои, в Информации. В него входят, как я сказала, уже глубинные процессы. Вот. И второй блок мозга — это у нас кора, в которой входят такие отделы головного мозга, как височный отдел, затылочный, теменной и который, он отвечает, да? да, он отвечает за прием и переработку поступающей извне информации. Mm -hmm. да. И лоб это третий блок головного мозга, который у нас отвечает за контроль и программирование своей деятельности, за своей деятельности. Вот. И если мы вернемся к вопросу, да, для чего, то надо тогда сказать по иерархии, какие же чаще всего бывают нарушения, mm -hmm. какой блок отдела страдает чаще всего. Прежде всего, в 90% случаях страдает первый блок головного мозга. Который формируется еще внутриутробно. Да, который mm -hmm. формируется внутриутробно. Второ, на втором месте стоит третий отдел головного мозга, это лобное отделы головного мозга. И вот тут мы видим И, как раз все, да, да и вот тут мы видим ну, не причин не гиперактивности не тоже нет. много. Надо правильно диагностировать эту гиперактивность. Но если истинная гиперактивность, то это вот отсюда. Это лоб, префронтальный его отдел. То есть какие функции тут страдают? Функция самоконтроля, Тут, смотрите, тут да? Да, тут смотрите, в зависимости тоже от какую часто uh -huh. лобных отдела страдает если мы говорим о гиперактивности да то да то, то это страдает префронтальная кора которая не дает возможность ребенку выполнить то, что просит учитель, но ну, не может он сосредоточиться, не может он просидеть столько времени, сколько ему необходимо, он начинает качаться на стуле, начинает других отвлекать, в общем, контроль у него отсутствует. Mm -hmm. Если же страдает премоторная кора, то тогда мы видим нарушение произвольных действий. Это может быть связано, ну, условно тоже все условно, может быть связано с, с мелкой моторикой, с, с умением распределять местоположение ручки на письме, uh -huh. ну вот как бы да, взять правильно и удержать какой-то предмет тоже произвольно хочу повторить, да, вот и на третьем месте у нас это второй блок мозга, пункт приема и переработки информации. Это наша память, это наше внимание, это наше мышление. Так вот, как я уже сказала, на первом месте стоит первый блок мозга, который формируется с помощью метод, метода замещающего антогенеза, с помощью правильно подобранных медикаментозного лечения и с помощью правильно организованных дыхательных упражнений. <связычный> потому что первый блок страдает тогда, когда кислорода, ну тоже условно не хватает головному мозгу. Поэтому восполнить пробел необходимо детям только с помощью вот дыхательных упражнений. Раньше, еще в мое детство, у нас всегда были на уроках физкульт-минутки, которые как раз развивали вот этот вот блок мозга. С помощью дыхания, игр и пальчиковых игр и все такое прочее. Действительно, в нейропсихологии да, используются и дыхательные методики, Прямо, да. И вот про пальчиковые игры, про которые вы говорите, это даже ребяткам, дошкольникам, да, показано? Да это всем. Угу. Мы же с рождения говорим, сорока, белобока, угу. так далее, кашковые. Дальше, ритм. что очень важно делать таким детям, да, у которых вот с которыми занимается нейропсихолог? Ну, в зависимости, да, от очага поражения, угу. что все таки недосформировано получается, да, или где у нас есть момент упущения в развитии, да? Ну, то есть все равно какие-то какие игры да, вы, вы не усаживаете ребенка за стол, Нет. а вы предлагаете ему поиграть. Да, метод замещающего угу. антогенеза предполагает всю двигательную коррекцию, угу. которая а, с помощью движений формирует отделы головного мозга, которые не сформировались. Угу. Примерно это занятие проходит э, в, в течение 40 минут. Да? Ребенку это чаще всего нравится, любого возраста, как я заметила. Тоже не всегда. Не всегда Иногда да? занятия идут час, угу. только две. Двигательно, после нее другая идет коррекция, mm -hmm. да. Двигательно чаще всего занимает все-таки час, mm -hmm. вот. а час десять. Ну, я говорю, в зависимости от ребенка. Кто-то час десять, кто-то кто 40 действительно минут, mm -hmm. да. Mm -hmm. Но опять же, тут ведь тоже не, нам не надо, чтобы ребенок это делал быстро. Поэтому тот ребенок, который это делает за 40 минут, мы стараемся его остановить, чтобы mm -hmm. он правильно умел контролировать то, что он делает. То есть в итоге с помощью э, вот таких упражнений можно развить у ребенка школьника и дошкольника, да, функции, например, этого же контроля, программирования, да? Конечно. Это все реально. Да, с помощью функций, ну да, с помощью э, вот этой вот методики. У практически, но ну я говорю один в поле не воин. У практически у всех детей э, восстанавливается функция контроля, функция, э, как вы сказали, программирования. Да? ребенок э, становится на уроках более внимателен, перестает отвлекаться, перестает качаться на стуле, перестает отвлекать других, более внимательно слушает учителя, э, быстрее начинает действовать на э, на тетради, yeah. да, при письме, быстрее проходит мыслительная операция, потому что Раздражающий фактор у нас сформировался. Uh -huh. То есть тот отдел головного мозга, который не давал возможность хорошо учиться, он у нас претерпел. Изменения, изменения в лучшую сторону. сторону, да, потому вроде. что на самом-то деле ребенок умный, просто вот эти вот э, умный, хороший, быстро воспринимающий, но э, так как было чак поражения, который не давал ему этой возможности, mm -hmm. то он выдавал вот нам вот такие симптомы. И, И симптомы. даже в виде поведенческих каких-то реакций, да. Ну, то есть, да. Мы, мы видим, что с помощью нейропсихологических упражнений мы можем получить уже совсем, ну как бы я бы сказала, качественно другую личность, да? Ну а личность наверное рановато, угу. потому что на качественные изменения угу. да качественные изменения мы видим уже наверное после седьмого восьмого занятия угу. Но вообще надо заметить что лучше всего чтобы эти занятия были там не, более даже 20 до да, упражнений то есть нельзя сделать нет волшебных палочек да, не которые так смысле. взмахнешь и у тебя после трех занятий уже до да, какие-то будут результаты то есть это такая степень такой труд систематический, регулярный, да, причем было бы неплохо, чтобы поддержку, я еще раз да, хочу да. на это сделать акцент, оказывали родители. То есть Большой они... акцент, да. Uh -huh. То есть при возможности вы разрешаете родителям присутствовать, да и видеть Я всегда всё в это. присутствии родителей угу. работаю. Ну, по крайней мере, я работаю в присутствии Работе родителей, потому что mm. с помощью общения между мной и ребенком, да какой бы диалог мы ни строили, родитель видит, как необходимо сделать так, mm -hmm. чтобы ребенок вас услышал и увидел, потому что стереотипное поведение и стереотипное воспитание детей, да, пер... не каждый родитель может это сломить у себя mm. или не каждый mm. может увидеть что он делает что-то неправильно. Когда он видит диалог между нейропсихологом и ребенком, да, он выстраивает уже новую линию поведения с ним, и тогда результат еще лучше. Еще бывает лучше результат. Вот смотрите, волшебники это родители. Да, мы лишь только помощники, да. Мы можем только помочь. иногда родители спрашивают. Ну, а почему? Вот раньше же мы как-то ведь жили, да, учились, и все было нормально, и никто с нами не занимался, и по психологам, и по нейропсихологам нас никуда не, не водили. Ну, да, там, да. Почему это происходит? Я всегда говорю, вот знаете, раньше, например, семимесячного ребенка, который там, да, появился на свет, его не, ре, ну, не могли реанимировать, да, и в итоге у нас получается, например, сейчас очень много детей, которые, ну, по природе своей должны были бы даже не выжить. Естественно, естественный, да, отбор, естественный вы имеете, отбор, да. да? А конечно. он выжил, и теперь, слава богу, что это случилось, да, но теперь ему нужен особый подход ко всему конечно. происходящему в его жизни. Ну, конечно, у -у -у. это одна из причин, конечно же, что у нас, ну, наверное, слава богу, да, что у, -у, -у. у нас спасают детей, спасают детей всех. Но надо знать таким родителям, что помощь будет неоценимая, вот на протяжении вплоть до 15, наверное, лет. То mm -hmm. есть такие родители должны понимать, что если у ребенка есть голова, две руки и две ноги, это не значит, что он будет умничкой и молодец и у него будет все получаться. Mm -hmm. То есть таким родителям, конечно, нужно следить очень ответственно за каждым шагом своего ребенка, да, и помогать всем чем можно. Не только нейропсихолог, да, не только психолог, не только там педагог, да, но тот еще и специализированный помощь и невролог, и психотерапевт. Конечно, это очень большая работа родителей, и они не должны опускать руки, они должны все время заниматься, быть в движении, постоянно всему сами еще учиться. Хорошо, а вот вы сейчас сказали до 15 лет. То есть вот этот комплекс упражнений там, да, по нейропсихологии он уже не работает, если у ребенка такие же, там, например, неуспешность в школе, там, поведенческие какие-то моменты, он уже не будет работать в такой должной мере, например, если это ребенку 16, 17, 18 лет. Ну, вы знаете, нет, мозг работает. Мозг угу. у нас очень благодарный орган, угу. который пойдет на любую вашу прихоть, лишь бы вы работали, угу. да, лишь бы вы работали с ним. До 12 лет мозг пластичен. По своей практике, я бы так сказала, до 11. Вот до 11 лет с ними можно управиться, вот с, по крайней мере, дать толчок в развитии головного мозга легче. Угу. Скажем так, он более доступный, он более пластичный, он более мягкий. И мы быстрее видим результат. Да, и мы быстрее видим действительно результат. После 12 лет идет ту же: угу. идет медленнее развитие, а потом ведь еще знаете подростковый возраст мы не будем забывать угу. да не, не каждый подросток да будет ползать и выполнять какие-то вот такие виды упражнений угу. не каждый идет но я знаю случаи когда дети выполняющие 15 16 18 в 25 лет эти упражнения то у них восстанавливались или компенсировались те функции которые ну по какой-то причине уже получили недоразвитие у меня я могу сказать что что занимаюсь я этим уже больше десяти лет. После, наверное которого времени сейчас уже не помню, наверное, все проползаю вместе с детками, и я начала легко, свободно писать левой рукой. То есть у меня нет сложностей в этом, хотя никогда да. в жизни не писала левой Получается, рукой. Получается, что да, вы да. и правый, и левая, да? Да, да то есть... Да. Есть результаты на себе даже, есть на да, потому что все вместе с ними угу. проползаешь, все испробуешь, как лучше, как угу. необходимо сделать. Ну и хочется, чтобы у наших слушателей программы практической психологии сложилось впечатление, что нейропсихология, она не только работает а с детьми, да, ведь в принципе это эта наука, она работает и э, с, со взрослыми людьми, например, после каких-то уже конечно, патологических изменений. Конечно, да? и очень необходимо работать с людьми, которые получили различные травмы, черепно-мозговые травмы mm. и инсульты, да, различные теологии. Конечно, она восстанавливает и тоже э, достаточно э, даже ну, э, то тоже мозг очень благодарный. Потом почему хочу сказать, если удить, когда мы с детьми начинаем заниматься то мы формируем те функции в головном мозге, которые были не сформированы, uh -huh. то у взрослых мы опираемся уже на более на приобретенный ими опыт. То есть они уже знали, что это было. И они быстрее восстанавливаются. Головной мозг помнит предыдущие, ну в зависимости, да, что uh -huh. там, как он ходил, как он двигался. Поэтому мы можем быстрее восстановить это все uh -huh. недостаток. То есть дефект, который возник, и, да, да, мы можем помочь с ним справиться, да? да мы можем не помочь будет. с ним справиться uh -huh. намного быстрее. Uh -huh. Спасибо большое. Сегодня у нас в программе практическая психология, нейропсихолог Ольга Скрябина, и мы узнали, что такое нейропсихология, психологии как можно с помощью этой науки помочь нашим детям быть более успешными более жизнерадостными и более активными спасибо вам большое оля спасибо вам практическая психология.